Если ты не любила своего мужа и при этом знаешь, что ребенка надо воспитывать с отцом, тогда почему все же ты родила? Потому что я хотела замуж, я хотела ребенка. И я, когда выходила замуж, не думала, что я расстанусь с мужем. Я думала, что у меня будет семья, и все будет отлично, как у всех нормальных людей.